Эйфелеву башню защитят от террористов прозрачной пуленепробиваемой стеной. Установку новой системы защиты стоимостью 35 миллионов евро полностью завершат через месяц. В обществе по эксплуатации Эйфелевой башни ее уже назвали надежной, как скала. Стеклянная стена толщиной в 6,5 сантиметров и 3 метра в высоту будет защищать башню по обе стороны от площади. С других сторон металлический забор высотой почти 3,5 метра, а перед ними установят еще и каменные блоки, чтобы предотвратить нападение террористов на автомобилях.